Начинаем студию после матча между Мансадом и 19-м районом. Харлам Пикиденко, Данил Субботин. Харлам, поздравляю с победой. Она сегодня получилась сухой, не пропустили даже от 19-го района. В этом матче какие впечатления остались от игры? Лучшее за последнее время, учитывая, что сегодня действительно не удалось не пропустить? Да, спасибо за поздравления, спасибо сопернику за игру. Я, конечно, делался и Судербоева тут увидеть, стендапера. Но вот Суба пришел, видимо, формой новой понтануться захотел, сидит он красивый. Игра такая была, в принципе, я считаю, что сегодня вот нам удалось сыграть действительно на классе, особого сумбура не было, потому что с 19-м районом, в какой бы они там форме ни находились, в какой части турнира таблицы, нам всегда было играть тяжеловато. Вот смотрели мы особенно их прошлый матч с Амтелом, то есть у ребят там дисбаланс, у них очень сильная атакующая линия, они хорошо играют с мячом, поэтому вот задача была не дать им спокойно на мяче быть, выходить низом там. В первом тайме справлялись, и вот было ощущение, что игра идет до нашего гола, что нужно забить, и потом уже пойдет легче. В концовочке все равно отдали немного мяч. Это уже желания не хватало после счета 3-0, это, может быть, усталость сказалась? Да, я скажу так, немного мы там развеселились, по-моему, немножко шутили. И ключевой момент был, что вот Вишня пенальти не забил. И в ответной же атаке как раз Исайя не смог реализовать свой момент, чему я очень рад. И дальше все спокойненько. Да, по Вишневскому хотел сказать. С одной стороны, один гол, два ассиста сегодня, с другой нереализованный пенальти. Как его выступление оценишь? Два раза подряд попадал в символическую сборную, сейчас достоин? 100%. Ну, на самом-то деле, он и не хотел бить пенальти, это мы с Бровки кричали, так как он 6 мячей забил. Плюс у меня с Исой спор личный, кто забьет больше, Иса или Вишня. Причем Иса сам предложил. Вот, и мы с Бровки Сергеем Олеговичем сказали: Вишня, выходи, типа, бей пенальти. Поэтому я думаю, это на нас вина, что мы заставили его бить, а не на нем. А он сегодня топ-1. Данил, у тебя была какая-то принципиалочка, учитывая, что ты Мансад представлял на других турнирах? Да не особо. Еще хотелось бы сказать спасибо Мансаду за игру. Игра получилась хорошей. Не, не принципиальная игра, обычная игра. Это для ИСы скорее принципиальная была. Но сегодня проиграли, да, со счетом 0-3. Максим Скрябин, да, после каждого практически матча говорит, что не хватило реализации, нужно просто забивать свои моменты. Сегодня что ты скажешь после этой игры? Не хватило реализации. Ну, это ужас. Причем в каждом матче у нас ошибки в обороне, с которых мы пропускаем. А впереди, в первом тайме, да, у нас моментов, я даже не вспомню, вроде вообще не было. Во втором тайме вроде пошли, но все равно не забиваем. Ну вот из-за этого и проигрываем. А для тебя, как для вратаря, было сегодня играть вот при таком солнце, опять же, при такой погоде против соперника, который тебе знаком? С одной стороны, удобно, вот потому что, опять же, когда вот пенальти бил Вишневский, знал ли ты, куда он будет бить, например? Да, я догадывался. Я знаю. Ну, как я видел, он бьет всегда верхом. В какой угол у него, он просто на силу бьет верхом и решил вправо прыгнуть. Но, как он мне потом сказал, у него просто мяч зажевался, поэтому он в штангу попал. Ну да, действительно, ни одного удара не нанесли в первом тайме, во втором пошло поживее. Какие-то изменения сделали, и это соперник стал больше открываться и допускать ошибки какие-то? Ну, мы скорее больше добавили, ну да, и соперник тоже начал ошибаться. Вот и из этого момента появились. Харлампий, ты, по-моему, не выходил, да, сегодня на поле? Тебя не видел. Почему? Ну, Сергей Олегович друг же Геры, он делает ему приятно. Как обычно, армянская коалиция против меня. Поэтому Гера порадовалась победой, плюс еще я не играл, он вообще довольный. Вот Мансад на старт сезона небольшой был кризис. Наверное, сейчас он отчасти в чемпионате, да, продолжается, где вы там достаточно низко идете. Сейчас 3 победы в Суперлиге Оле-Пари. Сейчас Мансад близок к своему правильному состоянию. Я думаю, что да. В принципе, ребята возвращаются. Вот вернулся Вишня после травмы, уже стало полегче. Я думаю, будем набирать. Спасибо большое. Харлам Пикиденко, Данил Субботин. Спасибо.